многие семьи, они хотят иметь детей. Но больше, еще большее количество вот из этих многих, они не понимают, что такое иметь детей. И поэтому Бог уже изначально распланировал все для того, чтобы был период, когда бы мы как-то подготовились к этому. Я хотел бы, чтобы мы сегодня действительно осознали вот эти этапы. Готов ли я к появлению ребенка? Готов ли я на жертвенность, когда появится этот ребенок? У нас-то было полгода вообще бессонных ночей, поэтому у нас-то было очень тяжелое испытание в плане физическом, что сил не хватало ни на что. Действительно, проблема такая есть, когда ребенок появляется, взаимоотношения меняются. Мне хотелось просто, чтобы семьи, которые образовываются в церкви, они не были забыты. Поэтому хочется продолжать эти общения для того, чтобы они могли друг другу взаимопомогать, поддерживать, молиться и советами, и практическими вещами. Это очень действенно. Поразмышлять над общими проблемами, что ты не один такой. Интересно поделиться опытом и решать проблемы, которые интересуют именно нас. Они для нас насущны, эти проблемы. И познакомиться с другими парами. Данных молодым родителям, когда я спрашиваю, что такое появление ребенка в семье. Большинство из них говорят, ну это тогда, когда мы становимся более взрослыми. Ребенок — это испытание. Сначала испытание, потом благословение. Желание всем молодым парам, чтобы в первую очередь они любили друг друга, и чтобы между их любовью, скажем так, обязательно был третий, это Христос.